Начинающая и очень талантливая юная исполнительница из Иваново Соня Крылова стала победительницей конкурса на канале «Карусель. Король караоке». Съемки передачи проходили еще в марте. Перед тем, как приехать на шоу, дети получили задание разучить 5 песен. Сына мне дали 2 песни. Песня «Из Маши и Медведь», песенка о чистоте и песня гениального сыщика из бременских музыкантов. Редакторы решили, что я буду петь гениального сыщика. Но и последняя песня «Королева караоке». Смонтированный вариант передачи вышел на экраны только в июле. Песню «Сыщик» Соня не только исполнила, а еще и сыграла. Получился мини-спектакль одного актера, который никого не оставил равнодушным. Соперников девочка из Иваново обошла без особого труда. Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев, сражаясь в драке, дрожусь я как пчела. А не как у собаки, а глаз как у орла. Руки моей железной боятся как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Браво! Не махните выносливей вала, а не как у собаки, а глаз как у орла. А Софья «Маленькое золото» просто удивила меня, было очень ярко. И даже вот мне стоит позавидовать твоей вот артистичности. Ты крутая. Профессионально вокалом Соня занимается уже 2 года. Голос звонкий, податливый, подходит для любого материала. Педагог Юлия считает, что у девочки большое творческое будущее. С ней работается замечательно, она очень трудолюбивая, очень способная. И этот человечек очень целеустремленный. Если она поставила цель, она обязательно к ней идет любыми способами, как бы тяжело ей это ни давалось. В этом году Соня пойдет в школу, обещает все успевать, и уроки делать, и творчество не забрасывать. Елена Белова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.